Итак, приготовились, по хлопку, свободная касса, хорошо? Свободная касса, свободная касса. Не задерживают деньги. Ну а что, она по-своему права, мама-то твоя. Я и сама понимаю. Не задерживают. Я вот бы хотела стать режиссером. А выучиться на него можно только там, далеко. Именно. Девочки, заказываем. Ну ведь это далеко, в большом чужом городе. Надо уезжать куда-то. Страшно. Ну а что ты здесь у нас найдешь? Девочки, заказываем. Будьте, пожалуйста, водичку. Молодец, мам. Водичку. Спасибо. Вот. Опа, отлично. Так, глянь, что я здесь забыл? Денис, давай пока ничего не делай. Ничего себе. Он здесь решил мороженого поесть. Михайлович, ты что, на сладкое перешел? Давно? А, хорошо, хорошо. Да, хорошо. Девчонки, давай такая поправка. Вот, грубо говоря, окошко, где выдают пищу, вот здесь, а ценник чуть по диагонали. Знаете, как эти бывают такие полукруглые, ну вывеску где-то, бургер такой-то, суп такой-то там, в этом, Subway, он длинный такой, да, наверное. Вот, чтобы вы были немножечко развернуты. Плюс ко всему, соблюдайте немножечко, да, давайте так, Тоня, сзади на пол корпуса, да? То есть ты не первый идешь, потому что смотри, стоя здесь, ты высокая, ты ее сразу загораживаешь. А если ты первая в очереди, ты за ней и на пол корпуса от нее, и ценник вот на этом столбе, грубо говоря, сейчас, а там на сцене разберемся, там карман у нас световой есть, да? Тогда будете открыты. Значит, все-таки сейчас. Это все вы выполните, это понятно. Тебе сейчас, ну за алкаша ты делаешь сейчас, это понятно, что там будет другой человек, но все-таки надо набросать. Ты не сразу иди делать какие-то там свои дела, которые написаны в ремарке. Вообще, по-хорошему, действительно, если ты нес в кружке какую-то там, грубо говоря, часть мелочи, ну, ты же сколько-то заработал, сколько-то забрал себе на это дело, да? А сколько ты решил вроде зайти и положить детишкам, так? Вот. Сейчас бы тебе тоже что-нибудь в руки дать. Уронить. Чтобы во время столкновения ты выронил, да? Потому что... Спасибо. Вот. Потому что, смотрите, вы там не сразу говорите, смотри, что он делает. То есть мы до этого не дошли. Естественно, да. Ну я же я просто чувствую, да? Что человек еще чем-то занят, и люди не понимают, что ты делаешь. Поэтому нужно себя занять. Поднял, грубо говоря, там собрал какую-то мелочь, посмотрел на них, потому что они будут в свою сторону орать. Да? Они тебя воспринимают сейчас как алкаша, который не способен на какие-то поступки, да, понимаешь? Соответственно, это не суетливо. Вот столкнулись, ты можешь сказать, ой, извините, там что-то такое, как бы такое, только не трогайте меня, как обычно, вот люди такого плана как-то делают, да? И начинаешь поднимать. О, смотри, кто это пришел. Слышь, Михалыч, ты что там, а? Михалыч, ты за мороженым пришел или за куриной грудкой и там, или баги там, или...